Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАПТВ. 24 мая, день кадровика, отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. В среду погода будет солнечной, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Ночью температура от 4 до 6 и от 17 до 19 градусов днем. Оставайтесь с нами на Первом независимом ЗАПТВ.